Икру заморскую едим. Неплохо мы живем. Сами делаем. Сами едим. И травят за огурцов. Если нету кабачков. Кто ни разу такую икру не делал, делайте. Вообще никто не поймет то, что она из огурцов. Мы с мамой тут работаем. Мне мама сейчас привет передаст. Привет передай подписчикам. У меня скромная, не то, что я. Скромная. Сейчас покажу, что мы делаем. Помешай борщ. Там на борщ. Борщ вам есть. Кто работает, тот ест. Там у меня металл накопился. Ну, железо собирали. Да что все, сколько было. Мы оттуда его все убрали. Вот сюда вот перетаскали. Сейчас все. Его сдадим. Все, и двор почистим. И мусор весь вычистим. А за место металла... Ну, сейчас надо еще бочку брать. За место металла мы туда стали дрова складывать. Вот это все тоже пилим. Пилим тоже туда складываем, убираем. Здесь видео выложу, где я пилю дрова. Вот. Ну, вы знаете, что я пилю. Вот. Вот это все прочистить и туда все. Чтобы чистенький двор был здесь. Моя красоточка. Вот эти дрова я убираю отсюда. Потому что я сюда складывала и не продумала то, что у меня же там эти, под, ну как они, продухи. И сейчас смотрю, надо же, ну баня не очень просыхает. Сгниют полы. Вот сейчас отсюда тоже дрова быстрее вожу. Все. Отсюда убрать надо дрова. И отсюда. Я все отвезу. Это все туда тоже перевезу. Чтобы порядок был. Вот такая беда. Нужно думать сразу. А если не думаешь, значит двойную работу будешь делать. Это про меня сейчас. В данный момент. Я вышла в платье. А потом... Там мошка кусаться, откуда-то появилась. Пошли так работать. Всем хорошего денечка.